И третий переход, и смотрите, какой большой след лосиный. Дай спичный коробок. Сейчас. Так. Держи. Я не знаю, сколько он килограмм, там может кто-то определяет. Вот. Ну, длину 5 сантиметров, коробок спичный. Ага, ну здоровый, по идее, лось-то. Здоровый, да. Ух ты. Сейчас ручеек проходили. Ага. Немножко так освежились, короче. Намочились. Там сейчас где-то кострище будет, там сейчас освежимся. Ну, в этом месте мы постоянно отдыхаем. Но тут решили в этот раз чай не кипятить. Хотя тут костерчик готов. Воду там допьем сейчас. Но бутерброды-то давай съедим, наверное. Да. Или не будем? Съедим. Съедим? Ой-ой-ой. Я смотрю, с каждым годом вот эти как бы... Или мне так думается, но мне кажется, вот эти, как сказать, пазы сильнее становятся. В прошлом году как бы вроде меньше они были, да? Угу. Сильнее стали. Красиво смоется. Ну. А чего посмотрите? Ты тоже особо-то не отдохнешь, комары там. Комары, ага, замучивают. Доставай, достану такие. Сейчас я вот так буду, пока достану. Сейчас я достану перекусить. Ага, давай, давай. Время летит быстро. Уже 10 минут 12. Вот мы вот такие бутербродики едим. Просто хлеб и это. И колбаса такая вот. По две штучки. Угу. Отлично. Да, комаров. Угу. Угу. Всем приятного аппетита. Надо каких-нибудь счастливчиков взять так, в такой поход. Наших фанатов. Да? Чтобы они тоже покормили комаров. Они хотят свежей крови. Да? Ладно, мы продолжаем трапезу и потом в путь-дорожку. Тони Грибобас Тундрович делает променад, отдыхает и кушает, да? Что можешь сказать хорошенького? Они говорят, кто хочет наблюдать, как комары кусают, просим к нам позвониться. Мы сегодня лесочек, тоже пусть комары покусают. А еще что? Да все пока. Понятно. Что-то сейчас я-то съел, ты это сейчас доешь и пойдем, да? Угу. Понятно. Что, водичка-то у тебя еще останется? Угу. А что, ты запивать-то не будешь, что ли? Не, не будешь. Если что, у меня он еще есть. Угу. Так, все, перекусили. Водички попили. Мы вышли где-то в 11:30 с того места. Тут тропка хорошая.
не так, как на бугры ходить. Твердая. Местами бывает, конечно, такая. Ну, болотистые места бывают, встречаются, но так, в основном такая нормальная дорога. Ну, там вот, сейчас нам надо до озера дойти, до Чапаевского. Оно еще по-другому на карте называется озеро Диаты. Потом вдоль озера, там минут 10-15 идти, наверное. Там мы пройдем две избушки. И посмотрим, или во второй, или в первой остановимся, скипятим чаю, купим чайку, яички там у нас 6 штук, яйца съедим, колбаска еще есть. Вот чай попьем, перекусим, и дальше уже последний такой рывок. Там остается 4 километра от второй избушки до переправы, где Ольховей Вож, и с той переправы еще 5 километров до озера, куда мы идем, дальнее озеро. Вот тот участок, вот где час ходьбы, уже последний участок, он самый тяжелый, там много топи, ну, много топких мест попадается. Кстати, видите, беленькие головки много-много, он как вата такая. Его можно назвать тундровой хлопок. Ну, я уже брал. Если поближе, ну, если на тропе попадется, потом вам покажу, как он выглядит. Вот попалось мне это растение по пути, сорвал его. Кстати, для розжига тоже оно хорошо, как вата. Тут буквально маленькая искорка попадет, и эта штука затлеет. Покажу панораму. Надо нагонять грибобаса. Где он там? Северная бабочка. Может, кто-то есть спец, скажет название бабочки. О, не улетает. Не улетает так. Дорогие зрители, прошу внимания, перед вами Тони Накомарник. И Любас Накомарник. И Джонни Накомарник. Так оно и есть. Тони и Джонни Накомарники. Так оно и есть. Да. Мы сейчас отдыхаем, в общем, и решили, чтобы нас комары слишком не донимали, одеть накомарники. Угу. И все будет окей, да? И все будет окей. Грибобас, говорит, уже стал подуставать, да? Да. У меня плечи вот тут почему-то рюкзаком, наверное, плечи вот тут стали почему-то болеть. Так, ноя такой такая-то, мешает как-то ходить. Рюкзак-то у тебя не тяжелый. Не тяжелый, он так постепенно вот это. Так вот здесь так вот давит плечи здесь. Вот. Понятно. Так, время 12 часов 15 минут. Ну, по идее, где-то вот часа в два, может быть, будем на Чапаевске. Часа в два, да? Часа в два, да. Понятно. Там на перекуре
Отдохнули минут 10. Где тропа-то? Куда идет? Вон, а там вот тоже. Не-не, вот сюда иди. Прямо. Ага. Я повалялся на мху в горизонтальном положении, чтобы хорошенько отдохнуть. Сразу полегче стало. Выдвинулись мы с места перекура в 12:26. Сейчас не знаю. Я так рассчитываю где-то минут 40 ходьбы. И, наверное, потом опять минут 10 отдохнем. Посмотрим, как получится. Сейчас заметил вот такую особенность. Мы в июле не ходили, мы обычно ходим осенью, сентябрь, там октябрь, ну, август иногда. В июле редко. Я смотрю, воды много, видимо, тут недавно только снег растаял. Здесь такие большие лужи, где обычно по тропе шли мы раньше. Ну, сухая тропа. А сейчас попадаются большие лужи протяженные такие. 12:50. Решили отдохнуть, грибобас устал. Вот эта штука тут уже много-много. Я еще когда тут сюда начал только ходить, первый раз ходил, она была. То есть ей много очень лет. Наверное, больше 15 даже. От саней. Минут 10 отдохнем. Так, это мы шли, получается. Я хотел 40 минут, а мы шли. Так, 40 минус 15, это получается 25 минут, получается, мы шли. Надо хотя бы по полчасика идти. Ага. Слышь? Ага. Зачем ты зеленую съел, морожку? Ага. Да у тебя живот заболит. Нет, она не будет еще. Она только вот мы недавно ходили на бугры, она была зеленая. Ой, только цвела. А ты... 11 июня мы ходили на бугры, морожка вовсю цвела. Грибобас не вытерпел. И 1 июля съел зеленую морожку, да? Ну и как на вкус она? Зеленая. Не, на вкус-то. На вкус зеленая, да? Ну вот, никакого вкуса нету. Ну как нет, не может быть. Вкус травы там, не знаю. Ну вкус травы типа того. Вкус еще там может чего-нибудь. Mm-hmm. Сколько отдыхаем? Минут 10? Да. Это не хухры-мухры. Нет, это ну, хорошо, Джон, что-то я устал сильно. Грибобас, это не хухры-мухры, это штурмовой поход. Понял, верю. Все окей, ребят, все будет отличненько. Хоть рюкзачки, конечно, не такие тяжелые, ага. Но... расстояние дает о себе знать. Далеко идти тоже, да. Отдыхаем, короче. Ага. Ой. Чокнуться, комары разбушевались. Ну. Вообще. Кстати, на комарнике лучше идти, да? Да. Еще хорошо, вот идешь, ветки. Они надо пораз, и уже все, не закрываешь, ничего. Так вот, огибает, и пойти уже не бьет ничего, там не закрываешь даже. И хорошо получается. И комары не кусают, что самое главное. Она обычно закрыта, все хорошо, закрыто. Ты вот. Давай отдыхай. Отдыхай, Грибас. Ой, Грибас, я тебя... Джон Клюкер, я уже с ума схожу. Ты там на антитах, наверное, скажешь. Устал я сильно. Ты уже знаешь мое самое, да? Так оно и будет. Ну, кто смотрит походы, все уже знают. Да уже все знают, да. Так, ровно в час тронулись с места отдыха. Грибобас отдохнул.
Фух, сказал, чтоб, я ему сказал, чтобы так быстро слишком не шел. Чуть помедленнее. Ну ты так тоже слишком медленно-то тоже не иди. А, понял, понял. А то мы так долго будем идти. Понятно, понятно, давай, пойдем так. Сейчас вам покажу. Сани там стоят уже. Третий год они, наверное, стоят там уже. А, вот они. Ну, подходить уже туда не будем, потому что у нас дорога. Так-то интересно, конечно, глянуть, что там. Ну, пошли, ладно, Грибова. А? Пошли, если на обратном пути можно, в принципе, если что, так, да, интересно. Если будет, ну, если как бы не тяжело будет, заглянем, глянем, что там может быть, что-то интересное там, да? Да. Ребята, знаете, я кого узрел? Свою любимую птичку, клёстика. Вот он, мой клёстик. Сейчас. Порадовал Джона Клюкера. Клюкер это не благодаря клесту. Первый раз, кстати, клеста здесь у нас вижу. Ну, ты смотри, куда я камеру направляю. Два, а где второй? А? О, они вместе, а? Может, самка и самец? Подожди-ка. Сейчас. Классно. Спасибо, Господи, за такой подарок. Да, подарок уже. Так, время 1:30. И вот перед вами озеро Дияты. Или по-другому Чапаевское. Надо сейчас посчитать, сколько мы шли до сюда. Мы вышли в 8:26, да? Да. Считаем 9. До 12 это у нас получается 3 часа. Ой, 4. 5 часов, что ли, мы шли сюда? Сколько? 5 часов. А-а-а. Неплохо, в принципе. Да. Что-то я не могу тропу найти. Где она, тропа-то, блин? Посмотри, там, наверное. Вон, вон, вон. Давай, иди, Грибобас. Ага. Сейчас тут будет избушка первая. Там сейчас отдохнем минут 10. Ага. Потом пойдем вдоль озера. Там тоже эти две избушки будем проходить. Я вам покажу это все. Что? Я не буду кипятить избушки. Там следующих будем кипятить, Саш. Понял. Ага. Как ты меня слушаешь? Я же тебе все рассказывал. Понял, понял. Да, забыл. Две рядом там избушки. Час 42. Дошли до избушки. Тут минут 10 сейчас отдохнем, потом вдоль озера пойдем. А, сейчас покажу вам коптильню там. Коптильня. Рыбу коптят. Это озеро большое. Ну, опять же, относительно чего смотреть. Получается, дым поднимается кверху и
она даже такая полугорячего копчения, наверное, получается. А может даже холодного копчения. Ну, смотря какую температуру давать. Так, сейчас избушку покажу. Избушечку. В прошлом году мы заходили, там ее подремонтировали. Сейчас попроверим, что там, может, что-то опять изменилось. Опа! Опа-на! Тут нет ничего, просто на шкафу снижаю просто. А? На шкафу снижаю просто придется. Нету ничего. Кому придется? Нам, с тобой. Я гармонько поезжу, когда гармонько. Что-то устал сильно. А мы тут 10 минут, нам надо до тех избушек дойти, до Губас. А там много еще этих избушек еще? Да немного. Пошли, озеро пройти. Ага. Озеро. Понятно. Грибобас, короче, грибобас уже отъезжает. Отъезжаю я, серьезно. Да. Что-то, а что у меня подсветка не включается? Странно. А горит. Горит, да? Да. А, я просто не вижу. Горит. Горит. Ой, что-то такое. Печка маленькая. Ой, бах. Да главное, чтобы она грела. Да. Ой. Сейчас этой воды, ну, водички попей. Сейчас отдохнем 10 минут, до туда дойдем, до избушки. Ага. И ложись спать, я сам там скипячу. Хорошо. Чай. Может, часик спокойно спать. Даже больше. Знаешь, Джон, мне плечи-то болят. Тебе надо еще этот рюкзак подрегулировать, что-то он у тебя как-то не так. А, да, да, тебе там да. Должно на пояснице быть, а у тебя как-то ниже он. Ага. Дно ниже поясницы получается. Понятно. Ну, сейчас подрегулируем. Ой. Время 2 часа, тронулись с первой избушки, дальше грибобас минут 7 там повалялся. Сейчас дойдем до первой избушки, там грибобас завалится спать. Я постараюсь по-быстрому чай скипятить, тоже чаек попью. Ну, в общем, на отдых там 2 часа нам. Понятно, хватит. Часик поспать, да. Будильник нам поставить, чтобы не проспать. Чтобы нам было полегче оставшиеся 9 километров идти. Вот здесь грибное место, тут грибов полно, под осинником растет. Но сейчас они еще не созрели. Время 14:24. Сейчас, по идее, должна быть избушка вторая, если по счету. Дров тут хватает полно. А нам нужно только котелочек небольшой скипятить и все. Фух. Да, уже такая, как бы тело не устало, а вот ноги в районе, где вот ступни и это, где сгибаются ноги, где ступни, там типа как мышцы, что-то такое. Чувствуется, что они натружены стали. Маленькие такие болевые ощущения присутствуют. Ну, вот я тогда полежал 10 минут в тундре, и сразу легче становится. Так что, думаю, сейчас после нашего отдыха у нас появятся дополнительные силы еще для похода в 9 километров. Вроде бы никого здесь нету, да? Ну, хорошо, сейчас здесь вода есть у нас. Вот, кстати, мы здесь вот тусили-то. Да. Когда была эта
Чапаевская рыбалка, или как она называется? Да, 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 да. У нас видео. Ага. Кто не посмотрел, посмотрите. Ага. Многим зрителям нравится этот поход. Называется Чапаевская рыбалка. Оставлю ссылочку в правом верхнем углу. А? Ёлка уже готова. Да нам-то не, большие елки не нужны. Нам веточки только. Попили, да. Вон тут под червя, это, наверное, с зимней рыбалки коробочка еще осталась. Да? Когда зимой приезжают на буранах, а-а-а, окуня ловят. Понятно. Окунь хорошо здесь идет. Окунь хорошо, да? А? Окунь хорошо идет. И давай этот, как его, тапочки одевай. Сейчас. О, градусник. Ну, градусники, в принципе, не так жарко показывает. Поскольку? 10 что-то. Не понял. 9 градусов, что ли, всего не может быть. Посмотри сам, Грибовас. Вот 10 посередине получается. Ага. 9, что ли? Да, 9. Странно. Ну, видишь, мы-то идем, нам кажется, как будто как жарко. Ага. Ну,